мы были в больнице с ребенком, лежали в патологии новорожденных 3 месяца. Это меня закалило. Я знала, что будут проблемы, но это можно пережить, и с этим можно жить счастливо. Надежными для деток, мощными, с шумоподавлением. Эти цифровые аппараты предназначены для выделения речи в шуме, что немаловажно для ребенка. Огромное человеческое спасибо за то, что дается детям такая возможность слышать мир.